Всем привет. Вот хочу вам показать вид из окна моего. Время 8 часов 30 минут. Пришел очередной или очередные круизные лайнеры. Они просто не видно из окна, они сбоку там стоят. И встречают туристов. Вот такое огромное количество автобусов стоит. Ждут туристов. Поэтому все те разговоры о том, что вроде бы к нам мало людей приезжает, это все фуфло, извините за выражение. Вот такое творится практически через день сейчас у нас в Петербурге. Но я особо так не считал автобусы. Вот так на взлет порядка 70-80 штук. А может и больше, потому что мне просто не позволили условия снять то, что сбоку. Я прямо из окна снимал. Поэтому вот. Все, что, собственно говоря, я хотел сказать, просто не верьте газет, как говорил незабвенный профессор Преображенский, не читайте российских газет перед обедом. Так и здесь. Не надо верить газетам. Ни нашим, ни, в общем, те, которые печатаются на Западе. Все это фуфло. Народ как ездил, так и ездит. Потому что у нас в Питере, в моем маленьком городке, есть что посмотреть. Вот и все. Всем пока, всем привет. До свидания. Приезжайте в Петербург. Вам понравится.